Лето – пора для пляжного волейбола. В Тамбове на спортивной площадке на набережной провели открытый чемпионат Тамбовской области и традиционный турнир среди ветеранов общества «Динамо», который посвящен памяти сотрудника МЧС Михаила Гончарова. Турниры совместили и провели в формате 4 на 4. Среди команд сотрудников силовых структур третье место заняла Росгвардия, второе – УМВД по Тамбовской области, а победу одержала сборная пожарной охраны МЧС. Девятую годовщину в этом году мы, ну, тяжело сказать, отмечаем, но тем не менее памятные мероприятия проводим в память погибшего сотрудника пожарной охраны Гончарова Михаила Борисовича. Поэтому уже девятый раз эти соревнования проводятся именно под эгидой памятных мероприятий.